Дорогие улан-удэнцы, гости столицы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Уходящий год стал для нас годом больших возможностей. Мы вошли в период масштабных перемен и строек. Многое удалось сделать, а главное, подготовлена основа для дальнейшего развития. Мы вошли в ряд программ и проектов и вместе продолжим работать над улучшением нашего города. Продолжим строить садики и школы, ремонтировать дороги и благоустраивать дворы, развивать городской транспорт. Вместе будем озеленять и облагораживать нашу столицу. Будем создавать рабочие места и условия для комфортного семейного отдыха. Есть у нас и накопившиеся проблемы, которые пришло время решать. Уверен, вместе мы справимся. У нас собирается сильная команда единомышленников. Шаг за шагом мы будем делать город краше. Дорогие друзья, пусть наступающий Новый год станет для вас годом добрых перемен. Пусть исполнятся ваши самые смелые планы и ожидания. Счастья вам и крепкого здоровья! С Новым годом! Уважаемые жители Бурятии, дорогие земляки, хондотеню тагархи, ушена гажел, тухедео робо, унгархенжел, манеолосте, ашик урте бега, та надехусер, буряторомне уракша дапшана. До Нового года остается буквально несколько мгновений. Прямо сейчас мы с нетерпением ждем боя курантов. Кто в окружении большой семьи, кто наедине с любимым человеком, либо в шумной компании друзей, а кто-то по долгу службы на работе. Но где бы мы ни находились, в эту минуту всех нас объединяет знакомое с детства ожидание чуда. И все мы по традиции провожаем уходящий год. Каким он был? Непростым. Но главное, плодотворным и результативным. Одним словом, рабочим годом. На деле мы ощутили на себе результат решений президента нашей страны о включении Бурятии в Дальневосточный федеральный округ и старта национальных проектов. Дополнительную поддержку получили молодые семьи. Мы много строили и ремонтировали. Прошло масштабное переоснащение новейшим оборудованием наших больниц и учебных заведений. Значительные изменения в сфере культуры. А сколько построено спортивных объектов? В разы больше, чем за предыдущие годы. И, конечно, строительство новых школ и детских садов. Запущены большие проекты в промышленности, в сельском хозяйстве. Экономика республики оживилась. Я благодарен всем неравнодушным людям, всем, кто по мере сил и возможностей трудился на благо своей семьи и своей родины. Перед нами еще есть нерешенные задачи. В наступающем году нас ждет еще больше дел. Эффект от реализации масштабных проектов проявляется не сразу, но его должны почувствовать все жители республики. Цель нашей работы – услышать от вас, что становится лучше. Сегодня праздник. Надо уметь и отдыхать. Впереди ждут новогодние каникулы. Желаю всем беззаботно и радостно провести это время. Ценить каждую минуту рядом с друзьями, близкими и родными. Набраться сил и с новыми идеями, новыми планами вступить в Новый год. Хундетенухе, таабгадание шенежелер амаршалат, элуранхе, золжергал, утенага хусанеп, гараха бехан, шенежелде, ажилхарек, уракшатебек. Дорогие земляки, крепкого здоровья вам, счастья и благополучия.
Пусть все ваши самые добрые желания сбудутся. Верьте в себя и свои возможности. Вместе у нас все получится. С наступающим Новым годом! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. А наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – это основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки. Героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон. Дорогие друзья, встречи Нового года мы всегда готовимся заранее. И несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений и дружеского общения. Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками. Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков. Вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые уже, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции. Но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье, взаимопонимание навсегда поселятся в вашем доме. Поможет преодолеть все трудности, сплотит поколение. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание. А каждый ребенок знает, что он самый любимый. Друзья, Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым 2020 годом!